рамках федерального проекта «Старшее поколение» в Одинцовском округе организовано дополнительное профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. 158 человек, которые уже будут обучены. 44 человека в первом потоке уже пошли обучаться. Поэтому это востребовано. У нас есть перечень доп. Образования, который востребован. В первую очередь смотрят экономистов, смотрят бухгалтеров со знанием 1С. Переобучение смотрят сотрудников сферы закупок. На сайте Центра занятости уже есть перечень образовательных программ для предпенсионеров. Обучение могут проходить как работающие, так и неработающие женщины от 51 года и мужчины от 56 лет. Наибольший интерес проявляется к компьютерной грамотности и даже к программе обучения ландшафтному дизайну. Если изначально предлагать услуги по обучению могли только специализированные организации, то с августа этого года ситуация изменилась. Теперь уже работодатель сам обучает своих работников предпенсионного возраста, либо в структурном подразделении своем, ну типа учебный центр, имеющий образовательную лицензию, либо по договору с образовательной организацией. Направляет туда, то есть тратит деньги, люди получают квалификационные удостоверения, свидетельства, и потом по соглашению с центром занятости мы возмещаем. Вернуться за парту предпенсионерам достаточно просто. Нужно заполнить форму на сайте, указать базовое образование, стаж и желаемую позицию обучения. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».